И снова приветствую вас, друзья, на нашем канале «Вокруг водоема». Итак, выехали на очередную рыбалочку, а именно на речку Зеленая. Да, та, которая впадает в Искровку. Значит, приехал я с подписчиком. Подписчик находится ближе к мостам, где-то 300 метров от моста. Вот, а я решил подальше немного, повыше по реке подняться. Увидев тут здесь отличненький залив. Мне он очень понравился, этот залив. Чем? Во-первых, жабы. Вот жабы кря-кря-кря здесь, это, ну, приятно такое слышать. И здесь утки, их много. А если утки плавают туда, то и рыбы здесь тоже немало. Вот, и это, кстати, я не прогадал. На дальний заброс клюет как с пулемета. На червяка, на опарыша, на кук, что не пощепишь. За кормку забивал пружину, просто макуха с хлебом. Все, никаких прибамбасов. Но хочу еще попробовать на поплавочек. Вот такое место навалили... Ветки, видите? По этим веткам попытаться побросать за камыш на поплавочную удочку. Ну, сейчас мы половим на дальний заброс. Вот, а немножко попозже и на поплавочек. Вот. Пришлось, конечно, дальний заброс вытянуть. Потому как просто вот не давало мне снять стартовое видео вступление. Только начиная снимать и сразу по клевке.
Карасики, конечно, разные. Чуть больше с ладонь. И ладошечные. Три штучки. Это буквально за 15 минут. Итак, в общем, пустился дождик. Но это и планировалось, что дождик пойдет. Конечно же, при дожде не очень приятно ловить. В общем, я пробовал и на удочку половить. Вот там, где я показывал, на ветках. Да, неплохо, на удочку. Поначалу два карасика вытащил на хлеб. Потом подошла красноперка с палец. Замучила. Потом я черяка перешел, вытянул карасика, потом бубырь на черяка замучил. В общем, вывод. И кук так же само сбивала мелочь. Хотя карась там ходит, и на удочку он клюет. Но просто мелочь не дает. Вот. Все же нужно было брать еще перловочку с собой. Да, перловка. Мне кажется, с перловочкой было все совсем по-другому. На кормушке клюет так же. Вот. Сейчас я направляюсь в сторону моста. Вот, там уже товарищ ждет. Возле моста также, как он говорит, клюет, ловится. Но, как видим, что съемка у меня была неполноценная. Это все из-за дождя, чтобы не намочить камеры. Вот, ну, как мог, так смог. В общем, клюет, ловится, как видели. Карась небольшой и приятненький. Вот, а уже тут скользко, тут машиной уже не заедешь. У меня уже на ногах грязь. Так, ладненько. Итак, друзья, если вы еще не мой подписчик на канале, подписывайтесь на канал. Меня очень просто там найти на ютубе. Просто напишите в поисковику на ютубе «Вокруг водоема», вы сразу же меня там найдете. Подписывайтесь, не забывайте поставить колокольчик, чтобы быть в курсе о новых видео. Да, и не забывайте о лайках. Возможно, это еще не конец рыбалки. Сейчас посмотрим возле моста, что там к чему. Может, там на поплавочек половим. Не знаю просто, что будет. Сейчас буквально через 5 минут может дождь.